начале было слово. Два слова. Machine Head. 14 лет бескомпромиссного движения вперед. Сотни крутых концертов. А теперь легендарный клуб Machine Head приглашает на главное шоу лета. Огромная площадка, киловатты звука, море рока, хедлайнеры мероприятия. Дави на газ, карнавала нет, кэшбэк, большие города, рок-привет, король вечного сна, черный квадрат, мисс Марпл, 12 июня, 20:00. Загородный клуб «Роджер». Закрытие концертного сезона клуба «Machine Head». Приходи и стань частью истории. Информация и заказ билетов по телефону 21-24-24. Категория 18+. Рак кожи или меланома – это самая агрессивная злокачественная опухоль. Это заболевание крайне непредсказуемо и неизвестно, в какой момент и, главное, как оно себя проявит. Чтобы вовремя распознать меланому, важна ранняя диагностика. Залог успешного лечения меланомы – ранняя диагностика. 22 мая жители Саратовской области смогут пройти бесплатный профосмотр врача-онколога. Проявите онконастороженность. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 39 44 20. В салонах «Дива Керамика» Энгельса и Саратова вас ждет огромный выбор керамической плитки, керамогранита и мозаики. А сантехнику и напольное покрытие предложим на «Танкиста 37». Слово не воробей, слово 10 рублей. Таких низких цен за рекламу на ТВ еще не было. Плати 10 рублей за слово, и твое объявление в бегущей строке на «Саратов-24» увидит вся область. 77-89-89. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости. Не отнимай у ребенка возможность развиваться. На ваш телефон поступает звонок с номера похожего или неотличимого от номера банка. Внимание! У мошенников есть возможность позвонить клиенту с номеров, которые могут выглядеть так. Мошенники могут использовать номера банка, меняя в них одну цифру, которую вы можете не заметить, и подумать, что это банковский номер. Мошенник может представиться сотрудником службы безопасности банка и сообщить о том, что банк выявил подозрительную операцию. И в целях сохранности средств нужно провести некоторые манипуляции. Для этого у вас запрашивают конфиденциальную информацию, а именно полные данные карты, включая СВВ-код, пароли из СМС, логин и пароль от Сбербанк Онлайн. Помните, сотрудники банка никогда и ни при каких обстоятельствах не станут у вас спрашивать данные вашей карты и пароли. Никогда и никому не предоставляйте сведения о своей карте и пароле, которые поступают вам в СМС-сообщениях. Гармонисты-самородки. Их слово – песня, идущая от сердца, от души. Я невеста самая счастливая, красивая лепина. Сердце, оно и что говорят, что мы встретим. Единство русского народа через уникальные самобытные напевы. Здесь есть место заводным частушкам, заливистым наигрышам, пронизывающим душу трагичным песням и народным хитам, которые поют во время застолий. Кто ей больше подойдет, кто пляшет или поет, кто пляшет или поет. Искусство, созвучное простому народу. Искры камина. Смотрите по субботам в 9:30 и по воскресеньям в 13:30 на телеканале «Саратов-24». Thank you.
рекламное агентство «Наше время» в наших делах. Мы лидеры на рынке продвижения товаров и услуг в городе Балаково. К нам прислушиваются. Нас цитируют. Мы всегда на виду. А значит, о вас узнает весь регион. «Наше время» в наших делах – двигатель вашего бизнеса. Телефон 32-61-97. Здравствуйте, время новостей на телеканале «Саратов-24». Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Отправились по адресам. Сотрудники госавтоинспекции штрафовали за неправильную парковку. На кадрах завод «Корпус», что на Осипово. Местные жители часто...